Кстати, текст из субтитров можно сразу открыть и читать. Спасибо за пояснение. Они, по-моему, включены, если не ошибаюсь. Смотри Кубок МЦ вместе с Пафми на одном дыхании. Подписывайся и заказывай устройство. D-Light. Аренда съемочного. Так, а вот подскажите мне, пожалуйста, флоу понятно, текст, да, и оригинальность, наверное, своей подачи, я так подразумеваю, да, вот эти, я имею в виду, полосочки. Правильно я поняла? Ну, красавцы, что вам скажут? Тексти, правильно? Это текстовая подача, ну, грубо говоря, то есть составляющая, то есть что они там приготовили, правильно? Оригинальность. Ну, в оригинале, слушайте, Рэм, видите, чуть больше. Ага, поехали. Спасибо, Москва! Как слышно? Для начала я хочу сказать большое спасибо нашим друзьям, благодаря которым сегодня состоялся этот ивент. Это компания PuffMe. Описание, Кубок МЦ, Пафми, будьте с нами на одном дыхании. Нам съемочное оборудование, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов. По коду Кубок МС получите скидку от наших партнеров. Потом у нас сегодня, как обычно, диджей-шеф! Ну что, мы переходим к кульминации сегодняшнего вечера. Я хочу, чтобы МС слева представился. Йоу, это грязный Рамирес, самый грязный долбило в этом здании, сука! МС справа, представься! Шум ЕКБ, слово Екатеринбург, Кубок МС, ура, бич! Ай! Эй, йоу! Эй, йоу, Москва, по результатам жеребьёв... Так, подождите. Я не знаю, вы только... Подождите, выключено, включено. Как понять-то, господи... Ладно, все. Текста без текста уже давайте поедем. Пойму. Что пойму, то пойму. Надеюсь, подскажете, где надо. Девки, этот батл. Начинает шум, встречаем его! Е-е-е-е. Эй, эй. Чуть-чуть погромче бит, пожалуйста. Е-е. Говорят, Рэм опасен, но мне не страшно. Он эпатажнее, чем Леди Гага. Олень картавый, нелепый карлик. Он в рэпе прямо как Эрик Картман. От ней до траха про сперму скалом. При всех орал он на сцене в маске. На сцене в маске. Ты карлик БДСМщик, это жестко. Высокая цена, чтоб стать успешным хуесосом. Мне свои блатут звонят. У меня менеджер завелся. У Рэма во рту кляп, ведь его менеджер завелся. Меня зовут Джон, а твои погоняла тебе не идут. Мэн, ну какой тебе грязный Рамирес? Лучше возьми Лил и Пут. Выхожу погоняла Эпштейн. Кубок островов, батл рэпа, элитный клуб. Да, ты ребенок на бэтлах. Знаешь, что тут делают с такими, как ты? Их ебут. Я в роли астронома порно. Выебу звезду, это крутое промо. Четыре дырки в твоей маске сейчас, как 4 Glory Hall'а. Да, мне лучше Tech 9. Ты не валил, как на бит Tech 9. Чё, в этом микрофоне слово боевой патрон для боевого гнома. Жей, демоны, зубы уже не помогут тебе. Все элементы из ума селебрити. Тут такие будут версии меня, как утром. После этого, сука, тебе сидеть будет трудно. Ты не батл рэпера, хули ты музыкант. У него концертная тура, он выступает в маске и бронежилете. В натуре, походу, в тебя попадали там и сперма и пули. О, у тебя есть кайф, но сид круче. Признай, слушаю Сережу, мне кайф. Слушаю Сидоджи, Эд Найс. Сид лидер, как сид, вижу, как МС. Тебе не дорасти, убейся, Tech 9. Убирает его секс-пистол. Сид РМ, теперь Сид и Нэнси. Ебал твой рот, как будет Рэм рамсить? Ты на концертах псих, но в этой игре ты слит. Ведь это Battlefront, без бэк-МС и фонограммы, бро, пора домой. Это конец.
конец игры. Ваш первый клип там, где вы оба на свалке. В других под мостом и на трассе. Это словно метафора, ёбаный бомж, торгующий жопой за прайсы. Это не совпадение. Я бы сказал, что пророчество даже карьера, но я начиналась на свалке. Она после батла закончится там же. Бич! Москва, как вам первый раунд шума? А здесь больше будет раундов, что ли, получается, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, судейство такое длинное. Нет, по три раунда. Какие-то они прям, слушайте, коротюхенькие. Кубок МЦ. Ну, ладно, три раунда. Да, вот там на самом позор. Все, я поняла. Три. Я просто как бы думаю, разделение. Я просто немножко делаю, почему такой короткий. То есть, как бы. Вот сколько? Три. Прям по две минутки. Прям ровно вот две минуточки вообще. Ну, видимо, свои, наверное, я так понимаю, правила, да, там уложиться, то есть прям всю суть, правду матку успеть выложить, да, и плюс под биты, ну, как бы разница, естественно, понимаю. Что, совсем, что ли, уже туда? Текст писать и читать. А, такой вопрос, кстати, скажите, биты у них заготовленные или это вот, ну, типа импровизация? То есть вот что включит, и ты должен включиться на него, то есть в этот бит, и уложи, плюс свой текст, да, по рифме, по харизме, и уложиться вот то, что нужно. А, биты заготовлены, вот. Понимаете, так, угу. Так, хорошо, поехали, следующий раунд. То есть я прям, может, какие-то вопросы будут у меня по факту возникать, я буду вас уточнять, потому что, ну, как бы разница, конечно, от того, что мы до этого посмотрели, слушали, вообще прям такая, я бы сказала, кардинальная. А, биты одинаковые, да, для обоих на каждый раунд. Ладно, поехали, ответочка от Рэма сейчас. Йоу, Москва, отвечает ему первым раундом. Грязный Рамир, встречаем! Сразу видно, ты не музыкант. В детстве слушал только Пуссикат. Крэп свой тянешь, как повозку, только хуй пали куда, ведь ты гусерак. Ты лучший гад, приземлю тебя физика. Задышь лимон, долбоеба, вечно как мои яйца на усиках. Слушай, как навалить-то так, чтобы тебя не подняли, лох. Тупо не повезло, никакой гуманности в итоге кровавый спорт. У тебя сегодня порвется рот, будто ебу с двух ног. Территория грязных псов, ты не туда забрел. Не успеешь нажать на педаль, но в итоге отъедешь, как ебаный тентасьон. Хоть порви себе гланды, всем тут кричу, что батлер, ты правый. Демон уже поздно выдавать над рамки. Ведра мы не драм, выйдет за рамки. Эй, оклематься от драмы, смотри-ка не будет правы. Люди, которые говорят, что батлер со мной, это как разнести ебальник об скалы. Знаю, ты же постарался на славу, чтобы мне испортить славу. Только ты не понял слабый, что мне до пизды все факты. Ты будешь копить инфаркты, я буду давить импактом. И вот жареным запахло. Ты читал, как робот, отточивший слово на твой киберхлоз. Сейчас хакнул, дэй, я зашел к тебе в хату, роняя потлатого отца с вертухи. Отдолбил твою мамку, что выправил осанку ей, да в сраку хер на сальтухе. А потом, прикинь, твой бахан захрипел, будто схавал место словами. Прости, это батл рэп, я разнес ему башню, как Кайло Рен. Айрон Мэн из Ленинграда, мой папа ручно воспитывал мегадед. Я запустил аннигилятор, как кипиш мод, разогнав свой моторхед. Вместо члена выбираешь слом, это особый слот, и пусть на скеле. Помолю за твою душу ложь. В крематории твой скелет. Ха! После моей читки у ваших коробок потекли начинки. Ебать, ты здоровый, только не лечи, что жестко не любишь, приготовь дрочилки. Здесь не надо чувств, я ебу вас как facial abuse. На одну лишь агрессии качусь, чтобы тебе пробило шлюз. Ха! 8 лет, я ебу битый, 8 лет. Вроде бы недолго, довольно много, в итоге дал семье. Все успел, вот успех, знай теперь. Все, что будет сейчас тебя лететь, начинай потеть. Ни одной победы не отмоется, можешь забыть про слово авторитет.
Слушайте, вот это, конечно... Ну, не знаю, да. Сейчас выйдет дорожку на видео. Я не знаю, конечно. А, кстати, по каким критериям судейства? Вот по тем трем, грубо говоря, три полосочки, да? Флоу, текст, ну там составляющий, да, и что? Оригинальти, да? Наверное, да, пельмешка. Пельмени выпал, у тебя конкурент появился. Вкусная пельмешка, смотри, я, наверное, с тобой здесь соглашусь. То есть, как бы, именно звучало почему-то как-то чуть-чуть рисковато. Не сами слова по смыслу, да, каким-то, а именно, вот, может быть, какое-то звучание. Вот. Я не сравниваю этот капелла абсолютно, я сравниваю их, вот пытаюсь сравнить их первые два раунда, то есть первый раунд, то есть один Шума, а другой Рэм. По наверное, руку, если там можно сказать, оригинальности, да, какой-то, то есть по какой-то такой, не знаю, скачки прям были разноплановости, мне показался более ярче Рэм, чем Шум. Вот. Может быть, во-первых, тут ну, как бы первый раунд, он все равно волнительный для обоих, да. Но Рэм так уже прям просто на фоне, да, Шумом как-то чуть-чуть поувереннее вступил. Он прям такой-то музыкально именно вот как-то ровненько. Хотя не знаю, биты заготовленные. Может, просто волнительный момент, кто первый начинает. Не знаю, но... То есть тут как у меня эмоция, ну, как бы вот просто само по себе вот какой-то вот такой вот... Я не знаю, физический момент пошел, то есть кача. Если на Шуме почему-то у меня это не родилось. Не знаю, сейчас дальше, может быть, второе будет. А, подождите, я не дослушала еще, что ли? Так, сейчас первый раунд. Так, дайте, подождите. Нет, вроде все. Просто сейчас как бы передышечка небольшая, так подразумеваю, да? Наверное, будет и второй раунд пойдет. Ага. Ну, слушайте, как-то эмоционально на мне более здесь ярче как-то... Господи, раунд Рэма отозвался. Не знаю, поехали сразу вот второй. Но, слушайте, мне нравится. Крутяк. Как-то здесь прям вообще качу, конечно. Это был первый раунд «Грязный Рамирес». Как вам Москва? Москва, вы готовы продолжать? Второй раунд «Шум», встречаем его! Да, я слышал твой раунд, но не слышал ни рифмы и панчи. Лучше б я, блядь, тебя тоже не слышал, как ты меня раньше. Это что за карликовый шпиц? Он бродячий местный? Хули ты агришь, зарычишь? Да, ты начал дерзко. Лишь у тебя шариков, и слышь, вырву собачье сердце в дверь. С ноги влетаешь, да, малыш, только в кошачью дверцу. Мелкая псина лает в микро. Мне нужно просто развернуться, чтоб насрать тебе в рот. Хочешь признание, пес? Ты не из Донбасса, но ты тоже, бля, малорос. На своих раундах лох, золото орал мне пупок. На тебя нормальный носок, как будто спальный мешок. Если наденешь мои шорты, ебаный дегрот, это будут трубы, ты в них будешь прямо как Чипинкот. Знаешь, так похуй на твой рэп. Пол раунда пророс, ведь ты получеловек. Я не буду распинаться долго, кто ты есть. Ну, если коротко, то Рэм. Да, судьба любит приколы, это бред. Он из Нижневартовска, ёбаный пиздец. В голову свинец, это в гроб тебе билет. Но похороним его здесь, прямо в коробке из-под кет. Влетая в дом, к тебе припет, режу горло, пока кровью не станет полностью паркет. Он верещит, всем было похер в тот момент. Соседи подумали, он репетировал так в комнате свой текст. Но я твой рэп послушал, и если честно, братишка, то это ебля в уши. Толкаешь в треках это порево, за шекели для школьников. Ты продаешь 3x, будто Женя Муратшоева. А ночью спится мне хуево, мыслей очень много. Как опуститься смог так доллар, ну или вот люди, скажите, в принципе, а кто мы? И когда уже выйдет твой сраный фист с Оксимироном, блядь? Мирон его забраковал, походу, ведь ты раньше времени базарил много. Типа у вас
не будет фита, ведь ты всем об этом рассказал, долбоё. Ты из класса коррекции, бро, но всем известно лицо, ебать интересно его. Как будто бы стало мне все равно, но я снова загорелся и сразу в руке загорелся микро. Бич! Вот так? Так, ну слушайте, я просто сейчас на фоне второго раунда пыталась еще как бы вот местами, да, воспроизвести, вспомнить первый раунд именно шума. Слушайте, ну не знаю, вот я, может быть, это вот такого, да, формата однозначно мне в новье, и не сразу, может быть, я где-то улавливаю панчи, да, рифмы вот эти. Но первый раунд что-то как-то я прям сейчас не буду придумывать и пытаться вспоминать, но пока... Пока прям вот, ну, сейчас второй раунд прям ярко, уже ярче, чем, мне кажется, на первый раунд шум выстрелил, прям панчи такие полетели. Но единственное, да, больше заостряет внимание, он как бы типа рост, ну, не, малорост, рост, но вокруг, вот все вокруг да около вот этого. Мне бы, наверное, чуть-чуть хотелось бы, чтобы он как-то чуть-чуть больше, может быть, акцентировал внимание... Ну, как на личности, как на творческой личности, может быть, вот такое. Ну, не знаю, ладно, тут, может быть, свои какие-то приколы. Вот. Да, на мой взгляд, второй раунд, ну, во всяком случае, пока по сравнению с первым его же, да, шум, то есть второй, два раунда, втором он сильнее. Вот мне показалось, поярче он прям. Вот. Вот сейчас поедет ответка, да, 17, привет. Ответка от Рэма, да, в адрес шума. Вот поехали. Про рост. Москва, это был второй раунд шум. Как вам? Отвечает ему вторым раундом грязный Рамирес. Встречаем его. Пиздец. Деклассируем, деклассируем, погнали. Внимательно слушайте. Самый грязный хуй, yeah. Я самый грязный хуй. Самый грязный хуй, я. Yeah. Я открываю вам занавес тайны Шерлок и в здании чутка покопался в фекалиях глазами. Вы все поверили, что шум это гангстер реальный, но весь хип-хоп его понос, компот менструальный. Вот вам детали, уёбок давал интервью 5 часов, Карл, 5 часов. Ты кто такой, что за бэкграунд у тебя, сынок? Только о чем с тобой базарит целых 5 часов. И вот история от гангстера, разъёбщика ботов. Звонят ему настырные замерщики окон, предлагают услуги, там все проверить готовы. Но Дима фэндит вина, и он не верит в разводы. Бессмысленный базар несет лишь удивление. Мошенник жаждет наживы и оказал давление. Долго не думая, Диман ему сказал уверенно: не звони сюда больше, я напишу заявление. Ебать! Под маской жесткого рубаки лох, который не вывозит натиск. Тебя погладить может, раз ты не опасный. Все по зеленой, да, когда любимый красный. Когда ты лох, два нету, сразу жить легко. Я не за АУЕ, но я против мусоров. И в тот момент, когда мы не летаем высоко, ты прячешься за власть, что перекрыла кислород. Озлобленный гном сидит, и скоро поедут титры. Ты вылитый снич, хоть и за спиной тигры. И за таких, как ты, уебок, выродок терпилы. Мы живем в стране, где запретили порнофильмы. Кринжалами с таких пока падает камнем вниз. Твой нелюбимый трек — это факт де полис. Заткнись, тебе ничто не светит, палубная крыса. Пока не светит срок, сука, за твое убийство. Бэнг-бэнг, ты лузер, батл рэпу не нужен. Теперь ищи варианты, куда тебе протихнуться. К этому моменту твой анус размером с лузу. Ты так любишь ментов, что никогда не скинешь мусор, а? Хочешь секрет тебе скажу, не будет лишним. Сейчас тут будут только сорванные крыши. На самом деле это я тогда звонил тебе замерить окно, для того, чтобы ты в него вышел. Представляете, да, тип, ебать, просто говорит, я на вас заявление напишу, не звоните мне, ебать. Это была шутка, идиот! Слушайте, ну, касательно второго раунда, мне кажется, на мой взгляд, лично на мой взгляд... Сейчас будем спрашивать, какой ты, Коля.
Слушайте, ну, мне кажется, по панчам, вот, во всяком случае, по рифмам, здесь шум, как бы, на мой взгляд, больше как-то вывозит, и ярче это все у него звучит, нежели у рэпа. Сейчас, секунду, ребят, я окно закрою. Так, ладно. У меня заряжался телефон. Надо поставить приспочек. О! Так. Я только хотела сказать, не сильно видно было, как я. Я попыталась криво-косо нагнуться. Вот, вот что я хочу сказать. Я пытаюсь, блин, ну... Первый раунд мне запомнился больше, конечно, как-то, наверное, по вот атмосфере, да, по вот флоу или, не знаю, это вот... Ну, и больше оригинально, более колоритно, вот, играл, да, зачитал рэп. Первой части. Не знаю. Касательно панчей, если так попробовать, мне кажется, ну, прям ровненько. Второй раунд, на мой взгляд, за шумом. Ну, я бы так сказала. Не знаю. Какие мысли? Ну, слушайте, всему свое время, да? Не как каждый человек раскрывается по-разному, да? Должен же мой звездный час когда-нибудь уже настать, я не знаю. Вот. Вот сейчас пойдет третий раунд. Третий раунд, как бы, да. Третий раунд. Ну вот, поехали. Что сейчас, какая ответка итоговая будет, да, со стороны шума Рэма? Поехали. Да, что? Такое. Я помню, кто тоже так говорил. Оксимирон, блядь, то только у вас два нету, блядь. Это был второй раунд, грязный Рамирес, как вам? Настоящие профессионалы в здании. Ну чё, встречаем? Третий раунд, шум! Бля, эта хуйня тебе как раз. 5 часов не интервью. Объясните Рамиресу, что такое подкаст. Пиздец. Окей, сейчас тоже срыв покровов, нахуй. Батл на версусе, яркая пара, Млечный Рамирес все согласовал он. Рестор уже доставал из кармана, 2 гонорара для уебана. Но все отменилось, может ковид, ты карантин пережил? Не, дело было в том, что тебе батлить, тебе запретил менеджер. Ебанутый додик, дьявол мне платит в аду налоги. Я сломаю тебе, сука, ноги, насру на входе, еблю потоки. Убью твою семью в итоге, сотью по локтю, жми руки кровью. Твоего будущего сына отъебу в утробе. Но если менеджер не будет против, я думал, ты дружный альтер, но походу купил уже твою душу, дьявол. Ходить курс нормально, ведь кушать надо, но слушай, правда, у тебя наш маньяк. Отпрашивался на батлы, половину им отдашь бабла. Ты поставил подпись, потерял свободу, чё? Это менеджер или, блядь, жена, сука, ну как же так? Эй! Твой сыпется образ будень. Весь хардкор по сути вызывает у меня только зевок от скуки. Так хочется спать, пока он меня режет, пока он кромсает мои кости, руки. Да, и это не комплимент, когда я говорю, бля, как же меня жестко рубит. Самый грязный флоу, сейчас о чем разговор. Антикрайст, одноглазый, мог позывной. В чем мы разные, брат, давай разберем. Мой проект, это рипер, я в нем клад. Вбить свой текст, твой проект, это рэпер, ты в нем как в BTS, бич. Да это сраный ад, тот самый враг. Я и написал тот стаб, который ставит в рот твою самку, брат. Не сомневайся, сам задам, сказал без надо, брат. Ты для меня знатный фраг, ты знать назад хотел бы. Уровень высоковат, но знак пайка кусаил. Так это закрывать, время закрывать твой сон. Нахуй его, бич! Пизду отсюда! На... Господи, что от вас подорвало на менструальном компоте, я смотрю, да? Что, господи? Ах, слушайте, здесь...
Не знаю пока, на самом деле, что сказать по третьему раунду. Касательно, конечно, эмоциональности и вот какого-то развития, да, от раунда к раунду, мне кажется, это самый яркий у Шума раунд. Вот. Как-то касательно что-то панчи, не знаю, внимательно-внимательно смотрела. Ну, поехали, что Рэм ответит уже на это все действо. И уже будем, так, может быть, постараемся в общем каком-то сухом остатке подытожить. Братан! Диман! Карточка! Москва! Это был третий раунд от Шума. Как вам? Встречаем третий. У тебя есть этот карточка с номером логопеда? Пригодится. Встречаем третий, завершающий раунд в этом батле. Грязный Рамирес! Я. Тихо, ребята. Не подавись, медведь, сейчас хапнешь не яйца. Я буду вас топить, шмаляя с яйца. Эй, выводы гадца, сделай hands up, чтобы тебя бумаг размотать, тебе на им хватит лица. Мы же пики, будем бодаться. Я в степени физики, dark side, у меня такая страт. Ты потерялся от пространства и сразу прибыл сюда на поле боя, чтобы стать. Снова не то, чтобы не дальше. Мы победу, это похоже на поле волок. Ты так уверенно, цепля, бедолаг, ни за что. Только вот тебя цепану за ебло. Бэнг-бэнг, это Black Master. Я палю воплютка, походу тебе надо под стол. Ты не смог стать популярным, я стал популярным, лишь танцевал под мостом. Говорю как есть, во-первых, ты дно, какой хип-хоп. Ты, блядь, МС, прикол, ты все, что мог, отдал в микро. Только взамен ключевого я ничто, ты ебать мешок. Опасный шум, нет, навозный жук. Теперь без шуток, здесь ты шуток блекнешь. Ответ мне пленник, бэт во псевдометра. Если фэнны деньги, фэйм-концерты от респекта. Мне не видом стыд, чтобы меня догнать, надо рвать кресты. Ничего святого в этом я тут не понял. Иногда я возвращаюсь, чтобы дать пизды. Очередной паленый на пороге переполненный завод. Обонят у тебя хоронят сын. Рэперы завалите ебальники, если я буду вжаривать. У вас отлетят билзы. Ха, тебе не успей, со мной пес фей. Ты буду стрицелом, забей, не выдавай фей. Не выдавай огней, сам надеян, напрешь мне. Эпоху на твой рэп, ты Олег, ты олень. Скукли в ролчей, надо в черепа стынь. Я буду вас иметь на колени, король здесь. Чтобы ребята снизить за грех. Само на пиздец, я говорю, Дима, умри ты мне, да, отец. Я коснусь порога, я с собой на сайт проснемся в топов. Сердце бьется, как подрёв мотора. С пиздюка я выжму все, как с помидора. Слышишь, как вязко приближается. Не удастся тебе щелкнуть титана. Вот и все, да. Тебе не успеть, со мной пёс фей. Ты буду с прицелом, забей. Не выдавай фей, не выдавай огней. Само надеян, допрёшь мне. Эпоху на твой рэп, ты Олег, ты олень. Стукни в ролчей, надо в черепа стынь грех. Не буду вас иметь на колени. Король здесь, чтобы ребята снизить за грех. Само на пиздец, я говорю, Дима, умри ты мне, да, отец. Я коснусь порога, я с собой на сайт, проснемся в топов. Сердце бьется, как подрёв мотора. С пиздюка я выжму все, как с помидора. Слышишь, как вязко приближается. Не удастся тебе щелкнуть титана. Вот и все, долбоеб исчез. Мне хватило лишь щелкнуть ебалом. Слушайте, да, кстати, выжму все, как с помидора. Я из-за чего я сначала не поняла, ну, в чем прикол? И я даже перемотала, думаю, послушать и ну, внимательней. Ну, это чисто это бред какой-то, правильно? Там, то есть с помидора, правильно? Ну, я услышала не с помидора, блин, а с помидора. Ну, слушайте, это очень мощно на самом деле. Я даже сначала что? Концентрируемся. С помидора, вот, правильно я услышала. Потом я даже жевать, не то, что я аж села-присела. Ну, мне кажется, третий раунд за Рамиресом. Не только по флоу, знаете, да, все такое, но вот именно касательно фраз, ну, я имею в виду, вот мне показалось, конечно, здесь, ну, их минимум вообще, в принципе, да, так как таковых именно панчи. Но здесь, мне кажется, вот пару штучек вот у Рамы было.
Из Рэма вылез Рэмбат. Ну, слушайте, мы вообще просто, конечно, эмоционально. Это вообще у нас. Мне в один момент там просто камеру так делась, мне казалось, даже сам шум там затанцевал. Спам и Дора с помидорой, игра слов. Второй текст скидывал. Ну, слушайте, да, кстати, я из-за чего перемотала, во-первых, вы сказали субтитры, думаю, ага, значит, в субтитрах это не просто с озвучки, то есть написано, это наверняка, наверное, хотя, подождите, ТЗ, да? Вроде батл. Ну, в общем, я услышала с помидора. С помидора. Ну, как бы, или игра слов, или... Или, знаете, наоборот, он как бы спел с помидора, да, а в субтитрах кинули спам и Дора, типа, сами додумайте, не тупори, если. Вот. Ну и что, какой итог? Вот, ну, слушайте, первый раунд тяжело, не знаю даже, за кем. Второй шуму я бы отдала, вау. Третий Рэму, однозначно, то есть 1-1, а вот первый раунд... Слушайте, постараться как-то объективно. Во-первых, эмоционально более как-то, мне показалось, чуть-чуть поустойчивый Рэм себя чувствовал в первом раунде. И, ну, по панчам, блин, не знаю, блин, 1-1. Мне кажется, наравне как-то, хотя там, наверное... Ну вот, давайте, что судейство скажет. Вот. И по мне ничья. Итого, то есть, в общем, итоги, по мне ничья, как бы. То есть, как бы в первом раунде я бы и тому, то есть, как-то вот я не совсем могу понять. Во втором шум, и в третьем рэм. Итого, как бы, 2-2, да, получается. Не знаю, как они оценивали, там, по десяткам, по двадцаткам, не знаю, как вот это. Здесь какая десятибальная, там, трехбальная, однобальная шкала. Ну, 8-10 у обоих, 2-9 из 10 у Шума, 7 из 10 у Рэма, 3-10 и 10 у обоих. Поехали. По-моему, это лучший баттл на кубке BPM. Еще разочек, Москва, как вам этот баттл? Не знаю, что скажут судьи, но надо предоставить им слово. И первым я хочу пригласить сюда одного из главных экспертов онлайн-баттлов. Человек давно в хип-хопе, все понимает, все знает. Поприветствуйте, Александр Фломастер! Приветствую, друзья! Риса за творчество участникам пиздец просто какого! Короче, я вообще, получается, очень вовремя зашел сегодня, да, вот первый раз сюда и увидел вот этот вот пиздец. Начну с духоты, поехали, как бы, давайте политику обсудим, потом подытожим. Мадлова, слушайте, я его даже не ожидала вообще здесь, как бы такой, он уже прям еще такой, тоже худоват. Ленарчик, привет. О, неожиданно его, кстати. Я думала, может, кто-то вначале писал, что там Слава, думаю, ого, прикиньте, сейчас Слава такой вывалит. А тут вот что. Ну, интересно, на самом деле, послушать. Видно, заметки, может, какие-то делали сейчас, прикиньте, цитатки какие-то выдаст. Духота вот в чем заключается. Прям тут на этот раз написано, прям по подаче, по партам, прям охуеть, да, прям охуеть. Шум, да, шум, первый раунд. 4 очень яркие строчки, 3 ебанутиши убийственные, да. Упор был конкретный на подачу, ритмика бомба пиздец, да. У Рамироса текст был побогаче, в первом раунде, да. 7 строк было ярких, 6 разъебочных. Второй парт, вторая четверка и последняя была просто похоронная, поэтому первый раунд забирает Рамирос. Душнина, сорян, братва, но ебать такая вот наша вот. Да, да. Короче, второй раунд.
Шум во втором раунде показал какой-то просто ебанутейший фантастический текст, и он сильных строк выдал 9, ебанутейших 8, блядь. Да. И в центре был дичайший просто парт по энергетике. В центре был пиздец. Вот, что касается Рамироса. А, уточните, скажите мне, пожалуйста, этот перевод вот этот от фломастера. 9 сильных строк, а 8 понутывших. Вот, ну, я так поковеркаю чуть-чуть. Это типа плохих или это вот, ну, которые вот наоборот настолько сильны? Типа 9 сильных, но 8 из них это, ну, просто которые укладывают на лопатки. Или это жижа? Я просто не совсем понимаю. Вот. 6 строк сильных, 8 разъебочных, да. Те, которые, наверное, я так понимаю, офигенно, да, вот прям самых, которые вообще крутые, все, слава богу, правильно я понимаю. Подача была хороша, но без дикого вайба и довольно однообразно. Он фактил, поэтому второй раунд точно забирает шум. Да. Блять, третий раунд это... Вот я просто напишу, я просто зачитаю, что мне написано, да? Шум, первое слово, охуеть. Да. Бля, отвечаю, так и написано. Вторые два слова, просто охуеть. Да. Проблема в том, что я не смог высчитать все слова, потому что был дикий вайб. Я прям старался сосредоточиться и сконцентрироваться, насчитал явно не все, получилось 4-4. Вот, это был какой-то пиздец. У Рэма насчитал я 5-4. Да. Концовка просто ура. Слушайте, мне кажется, Рэм вообще такой. Ну кому давай, дед, заканчивай уже. Ну что мы тут это вот, да? На победы, что ли, будем сидеть? Я на самом деле, с другой стороны, поражена вообще, как там это флоу просто все это высчитывал. Что, куда? Нет, с одной стороны, это, наверное, прям так прям разложено, это прям очень правильно, наверное. Вот. Меня радует то, что я. Вроде как, ну вообще совсем нулевка в этом, да, но что-то где-то, видимо, по ощущениям, вот мне откликается и понимается. Не совсем, если такие уже. У Рэма была ебанутая, очень сильная, и в любом случае, на мой взгляд, это самый сильный раунд вообще, который я видел, я не знаю, я, может, не все видел, но... Это очень спорный раунд, я не знаю, тут нету ничьей, да, надо по-любому отдавать голос, да, охуенно, бля. Так, короче, скажу так, что с точки зрения строк до конца я тут не расслышал, потому что был дикий вайб, зал просто уничтожался. Это, в принципе, показатель того, что артисты сделали все, что надо сделать, вот. Но с точки зрения разъеба, центр и экспрессия все-таки была за шумом, поэтому... Так, окей, это первый, да? Первый, то есть один судья. Вот пока лидирует шум, получается, да? 2-1 он шум. Ну, мое мнение, если он сказал первый шум... А, нет, подождите. Он сказал первый раунд за Рэмом, второй за шумом и третий за шумом. Касательно строк он взял. Ну, слушайте, если касательно строк, наверное, я бы сказала... Я с ним согласилась бы с тем, что первый раунд, наверное, за Рэм. Но я скажу, что третий раунд за Рэм. Поэтому не знаю. Фиг знает. Очень тяжело, на самом деле. Один ноль шум. Второй голос я хочу предоставить представителям Рэп Ньюс. Антон Акулич, дайте ему шума. Честно сказать, когда смотришь по экрану, гораздо проще выявить победителя. Ну, здесь полный разъеб. Ну, я не знаю, как подобрать слов. Батл максимально... Слушайте, извините, что перебиваю. На самом деле, да, вот мне кажется, если эмоционально ты сидишь, как, ну, все равно в зоне комфорта, да, то есть на тебя ничто не влияет никаким образом, только мандаринка. Вот. Но вот там касательно судей, конечно, мне кажется, это мега тяжело, потому что, представляете, там, во-первых, сколько народу, все на каком-то в дичайшем, в принципе, состоянии пребывают, да, и когда слышится вот это вот именно как...
как любитель. Просто, я не знаю, мне кажется, это вот тотемное слово какое-то, рэма, типа, полный вообще. Ну вот, расход и расходимся. Сконцентрироваться каким-то образом, то есть попытаться абстрагироваться от этого вообще, мне кажется, не знаю, нереально. Уфуменко, привет, спасибо огромное, очень приятно, что вообще у нас смотрите, классно, очень рада, что к нам залетели. Мандаринку можно шутить, но ее захонячит, да. Так, слушаем второго судью, очень интересно. Крутой, участники круто подготовились, вайб решает, сложно было услышать, даже здесь вот стоя метр от участников, сложно было слышать что-то, очень круто, я считаю, баттл получился удачный, его можно пересматривать несколько раз, там, через год можно спокойно пересмотреть, показать всем друзьям, вот как нужно делать рэп, как ребята готовятся, круто выступают. Вообще респект обоим. Баттл максимально равный, нужно выбрать победителя. Ну, на мой взгляд, победил опыт. Соответственно, победил шум. Два ноль за шумом, третий голос отдает наш друг Александр Пархоменко, а.к.а. Дуня, дайте ему шума. Слава богу, мой голос ничего не решает, вот, просто офигенный баттл, да, мощнейший, как бы. Отдельно я хотел отметить продакшн именно, биточки, которые подобрали, что первый жир, что такси, что этот брейкбит, и на них оказались мощнейшие МС, я так наваливать точно не могу, вот, прокачались, вы показали мастер-класс. Рэм, ты круто, что ты вернулся в батлы. Достойный мув вообще, красавчик. Достойный уважения, что ты пришел и забатлил с пацанами. Здорово, Леха. Вот, красиво ворвался, но мне показалось, что в этом батле был как тоже голоднее, талантливее. И вот им нужнее эти победы была самая вот у шума. Это все. Тут все сказали до меня. Спасибо. Кубок МЦ, one love. Йоу, Москва! Начинал этот батл шум! Отвечал ему грязный Рамирес! Еще раз! Шум! Рэм! Это был Кубок МЦ. Выбирайте победителя в голосовании. Здесь сегодня победил 3-0 шум. Москва. Ну ясно. В общем, да, наверное, это тот легендарный момент, когда я не согласна. Я не знаю. Может быть, правда, я что-то не понимаю. Я не знаю, кто такой Шум. Может быть, он прям каким-то реальным опытом взял и чем-то еще, и какими-то фразами, каким-то другим настроением здесь, которое я не смогла разглядеть и не до конца прочувствовать, понять, что судьи, естественно, которые разбираются в рэпе, это все увидели, поняли. Но я к обоим постарался объективно, потому что я, ну, просто Рэма знаю как по пару трекам, которые выскидывали донат, ну и все, камон. Я даже не знала, что он вообще батлится. Вот. Здесь вообще просто кардинальная другая картинка, другая история, тем более в отличие от того, чтобы слушали, да, там, капеллу такую, скажем. Здесь биты, здесь ограниченное время, здесь, ну, просто вообще это прям, конечно, мега все обупительно и мега круто, я вам так хочу сказать. Вот. Но если для меня как бы первый... я понимаю, что нужно все равно кого-то выбрать. В идеале, конечно, для меня они оба вот, ну, прям вообще ровненько. Но если как-то постараться за что-то... Знаете, что я еще раз хочу? Я вам хочу сказать, что... Я хочу переслушать первые два раунда. Чисто интереса ради, на самом деле. Потому что я сначала в них въехала... Вообще во всю эту историю. Чуть-чуть примерно начала, когда часть Рэма пошла. Первый раунд шума, и что-то он мне как-то вскользь прошел. Сейчас, секунду. Может, я услышу сама?
пойму больше, не знаю, там, это там один высчитывал эти строки, рифмы, фразы. Второй сказал просто кратко, что опыт, ну, опыт. Окей, может быть, шум, ну, больше батлился, да, там опыт есть. Третий, я не знаю, тоже вообще, кто это, что это? Просто, не знаю, ощущение, как будто он слился. Я думала, ну, может, ты хотя бы, ты же сказал, что мой голос ничего не решает, ну, камон. Может быть, вот-вот, как бы, не, я, шум. Не совсем поняла, дайте, вот я переслушаю первый, хотя бы. Я второй, я Рэма первый раунд запомнила, почему у меня выскочил... Как-то слетел шум. Сейчас, секунду, давайте послушаем. Эй, эй. Чуть-чуть погромче бит, пожалуйста. Говорят, рэм опасен, но мне не страшно. Он эпатажнее, чем Леди Гага. Олень картавый, нелепый карлик. Он в рэпе прямо как Эрик Картман. От ней до траха про сперму скалом. При всех орал он на сцене в маске. На сцене в маске. Ты карлик, БДСМщик, это жестко. Высокая цена, чтоб стать успешным хуесосом. Мне свои блату звонят, у меня менеджер завелся. У Рэма во рту кляп, ведь его менеджер завелся. Меня зовут Джон, а твои погоняла тебе не идут. Мэн, ну какой тебе грязный Рамирос? Лучше возьми Лил и Пут. Выхожу погоняла Эпштейн, кубок островов, батл рэпа, элитный клуб. Да, ты ребенок на бэтах, знаешь, что тут делают с такими, как ты? Их ебут, я в роли астронома порно. Выебу звезду, это крутое промо. Дырки в твоей маске сейчас, как 4 Глори Холла. Да, мне лучше Тек Найн. Ты не валил, как набит Тек Найн. Чё, в этом микрофоне слово боевой патрон для боевого гнома. Жей, демоны, зубы уже не помогут тебе. Все элементы из ума селебрити идут. Такие будут тебя в семейне, как утром. После этого, сука, тебе сидеть будет трудно. Ты не батл рэпер, а хули ты музыкант. У него концертная тура, он выступает в маске и бронежилете. В натуре, походу, в тебя попадали там и шперма, и пули. О, у тебя есть хайп, но Сид круче. Признай, слушаю Сережу, мне кайф. Слушаю Сидоджи, Эд Найс. Сид лидер, как Сид, вижу, как МС. Тебе не дорасти, убейся, Тек Найн убирает его секс пистол. Сид РМ, теперь Сид и Нэнси. Ебал твой рот, как будет рэм рамсить? Ты на концертах псих, но в этой игре ты слит. Ведь это Battlefront, без бэк МС и фонограммы, бро, пора домой. Это конец игры. Ваш первый клип, там где вы оба на свалке. В других под мостом и на трассе. Это словно метафора, ебаный бомж, торгующий жопой за прайсы. Это не совпадение, я бы сказал, что пророчество даже карьера. Но я начиналась на свалке, она после батла закончится там же. Бич! Ну окей, окей, освежили, да? Вот теперь фразы я, допустим, услышала примерно, увидела. Ну давайте, подождите, давайте начнем с Рама. Что он там освежил? Сразу видно, ты не музыкант. В детстве слушал только пуссикат. Рэп свой тянешь, как по воску, только хуй пойми, куда, ведь ты гусерак. Ты лучший гад, приземлю тебя физика. Забить лимо, долбоеба, вечно, как мои яйца на усиках. Слушай, как навалить-то так, чтобы тебя не подняли, лох. Тупо не повезло, никакой гуманности, в итоге кровавый спорт. У тебя сегодня порвется рот, будто ебу с двух ног. Территория грязных псов, ты не туда добрел. Не успеешь нажать на педаль, но в итоге отъедешь, как ебаный дентасьон. Хоть порви себе гланды, всем тут кричу, что батлер, ты правый. Демон уже поздно выдавать на драмки. Ведра мы не драм, выйдет за рамки. Эй, оклематься от драмы, фарика не будет правы. Люди, которые говорят, что батлер со мной, это как разнести ебальник об скалы. Знаю, ты же постарался на славу, чтобы мне испортить славу. Только ты не понял, слабый, что мне до пизды все факты. Ты будешь копить инфаркты, я буду давить импактом. И вот жареным запахло. Ты читал, как робот отточивший слово, но твой киберфлот сейчас хакнул. Эй, я зашел к тебе в ходу, роняя потлатого отца свертухи. Отдолбил твою мамку, что выправил осанку ей, да в сранку хер на сальтухе. А потом, прикинь, твой пахан захребел, будто слава умел со словами. Прости, это батл рэп, я разнес ему башню, как Кайло Рен. Айрон Мэн из Ленинграда, мой папа ручно воспитывал мегадед. Я запустил аннигилятор, как кипиш мод, разогнав свой моторхед. Вместо члена выбираешь лом, это особый слот, и пусть на скеле. Помолю за твою душу ложь, сжигая в крематории твой скелет. Ха! После моей читки у ваших коробок потекли начинки. Ебать, ты здоровый, только не лечи, что жестко не любишь, приготовь дрочилки. Здесь не надо чувств, я ебу вас как facial abuse. На одной лишь агрессии качусь, чтобы тебе пробило шлюз. Ха!
8 лет, я ебу битый 8 лет. Вроде бы недолго, довольно много, в итоге дал семье. Все успел, вот успех, знай теперь. Все, что будет сейчас в тебя лететь, начинай потеть. Ни одной победы не отмоется, можешь забыть про слово авторитет. Ну, слушайте, да, наверное, касательно эмоциональной окраски вот картинки, больше, наверное, здесь вот взял Рэм. Но касательно фраз, может быть, то есть вроде как и наравне, но, наверное, вот да, ощущение, что вроде начал сильно и закончил чуть-чуть, как будто вот, вот чуть потерялся. Вот буквально вот прям грамулечку не хватило додавить. Вот прям бы сейчас вот хоп, панчик, и все, и вообще красота была. Ну, не знаю, может быть, на самом деле, ну, я не знаю, как бы опыт это, не опыт. Списывать на опыт чисто. Вот, с одной стороны, вот вроде как бы РЗТ и задушнил, да, но он, ну, интересно, он по фактам разложил, даже касательно там фраз, он подсчитывал, блин, эти, ну, в общем и кратком, знаете, там такое, какую-то сводку личную сделали, и все. Вот. Ну. Мне кажется, я еще сегодня запуталась. Ну, слушайте, однозначно, вот на мой взгляд, конечно, первый раунд в эмоциональной окрасе однозначно за Рамироса. Мне он здесь почему-то больше нравится, импонирует. То есть как-то он здесь ярче выглядит. Касательно фраз, наверное, чуть-чуть, конечно, взял, перевалил на свою сторону, да, перевесил шум, наверное. Поэтому фиг знает, я не знаю, как бы честно. У меня вообще вот прям 2-2.